Мик родилась в США и была клептоманом. Она была похищена, пасть человеческим проектом, группой, незаконно превращающей людей в мета-людей, но была признана неудачной, так как скрыла факт получения ею способности телепортироваться, а также взяла имя Мик из-за к ее способностям. Когда она увидела полет орлиного гнезда, еще одного человека, над которым ставили эксперименты и который был ребенком президента Бадниси и Мишры, она была впечатлена, но опечалена, увидев, как их жестоко сдерживали. Телепортировавшись в его камеру, она попыталась завязать дружбу и показала ему свои силы. Затем она отвела его на встречу с подростками Т.Н. Хавьером и Лолой, которые могли вызывать взрывы. Однако вскоре появились Аманда Уоллер вместе с Кагбистом и Киллером Кроком, чтобы забрать Лолу, пока они разговаривали. К сожалению, они не смогли их победить. Вместе с Гнездо, они вступили в команду революционеры, а потом стали членами отряда самоубийц.